По данным Метео Мадагаскар, тропический шторм Чинесо обрушился на север города Анталаха в регионе Сава, на северо-восточном побережье острова, в 10 часов 45 минут по местному времени 19 января. После выхода на сушу шторм направился на юго-запад при средней скорости ветра 90 км в час и порывами до 120 км в час. По предварительным данным властей, один человек пропал без вести, около 300 человек были эвакуированы и более 700 домов были затоплены, по данным Национального управления по управлению рисками и катастрофами. Однако ожидается, что эти цифры изменятся по мере поступления дополнительной информации. Регионы Диана, Сава и Аналанджирафо вдоль северо-восточного побережья были переведены в режим красного уровня опасности. В то время как Алаотра Мангоро, Ацинана и София, расположенные на востоке Мадагаскара, объявлены желтым уровнем опасности, предупреждение об угрозе. По оценкам, около 540 тысяч человек проживают в районах, подверженных риску ветра со скоростью 90 км в час.